сексуальную энергию в теле. Очень важно осознавать свое тазовое дно и зажимать мышцы промежности. Вот такое упражнение, которое позволяет нам укрепить бедра, а бедра – это наша жизненная сила, и перенести энергию от Муладхары чакры в Садхистану, то есть прокачивая наше тазовое дно, мышцы Леватарани. Но основа всего – это прямой позвоночный столб, потому что на нем зиждется наши чакры. А как раскрыть грудной отдел? Переплетаем фаланги пальцев, приклеиваем их к затылку, локтевые суставы брось, ровное положение тела, зажимаем мышцы тазового дна. Я создаю вибрацию не за счет выпрямления коленных суставов, а за счет того, идите сюда поближе, за счет того, что сокращаю мышцы промежности. Раз, два, три. И еще раз, два, три. И делаю это тантрично, получаю удовольствие, можно себя немножко погладить, подышать глубоко и продолжаем наслаждаться. Хотя бы по 100 приседаний в день позволит вам укрепить тело, свое тазовое дно и накопить ту долгожданную сексуальную энергию. Практикуйте. Видишь, миленькая, спасибо, родная.